Приветствую вас, друзья, на канале «Коллекция монет». Следующая биметаллическая монета на моем канале. Монета Таиланда. Номинал монеты 10 бат. Год выпуска 1995. Материал монеты. Биметалл, центр алюминиевая бронза, кольцо медно-никелевый сплав. Гурт монеты рубчатый с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу медальное. Вес монеты 8,5 грамм. Диаметр 26 миллиметров. Толщина 2,2 миллиметра. Монета отчеканена на монетном дворе Патхум Хани, Таиланд. Тиражом 5 миллионов экземпляров. Данная монета юбилейная. Называется награда Международного научно-исследовательского института РИСА. В центре монеты надписи на английском языке. Вверху по окружности Международная премия РИСА. И в центре надпись вручена королю Пхумхилону Адугьядету. Это имя короля Рамы IX, год 1996, или вручение этой премии, ну и колосья риса. По окружности надписи на тайском языке. Кое-что я перевел из этих надписей, но скажу я вам, дело это неблагодарное и достаточно тяжелая. Надпись вверху по окружности не перевел я. Скорее всего, дублирует она надпись с английского языка. Не знаю, полностью, не полностью. Если кто-то сможет подсказать в своих комментариях, что же здесь все-таки написано, то буду благодарен. Монет у Таиланда биметаллических много, и буду их потихоньку показывать, что переведу, расскажу, что нет. Ну, жду от вас комментариев. Внизу надпись тоже на тайском, здесь как бы все понятно, Таиланд, и номинал 10 бат. Здесь же дата выпуска 5 июня 2538 года. Тайцы живут немножко по другому календарю. У них летоисчисление ведется от смерти Будды. И чтобы попасть нам на 1995 год, нужно вычесть 543. То есть от тайских дат надо вычитать этот год. И получится то, что нам нужно. Другая сторона монеты. Король Рама IX с фотоаппаратом. Тут папка или портфель у него под мышкой. Ну, практически на всех монетах Таиланда изображен король. По окружности тоже здесь эту надпись я перевел, достаточно длинная. Это титул коронационный короля Таиланда, причем, как я посмотрел, только половина этого титула здесь у нас вошло. Ну и надпись внизу тоже пытался перевести, и вроде как Рама 9 здесь надпись, но, возможно, здесь я ошибаюсь. И тоже в комментариях можете это все написать. Ну и последнее. Стоимость монеты невелика, тираж приличный для этой монеты, и где-то цена находится в диапазоне от 100 до 150-200 рублей.
Опять же, в зависимости от состояния. Еще раз спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч. Пока.